Генеральный спонсор проекта «Песенка года» АО «Россельхозбанк». Конкурс организован Министерством образования и науки Республики Марий Эл и Дворцом творчества детей и молодежи при информационной поддержке телеканала «Регион-12». Здравствуйте! В студии Артем Нефедов и Аня Репина. Мы продолжаем представлять участников телевизионной версии конкурса «Песенка года». Встречайте вокалистов номинации «Соло» в возрастной категории от 8 до 10 лет. Меня зовут Крылов Федор. Мне 8 лет. Я участвую в «Песенке года» впервые. Я занимаюсь творческим объединением «Голос детства». Желаю себе и своим друзьям занять призовые места. Максимова Мария. Я занимаюсь в вокальной студии «Голос детства». Я всегда с интересом смотрю этот конкурс «Песенка года». А в этом году я участвую в нем сама. Лиза, и мне 10 лет. В конкурсе участвую впервые. Очень хороший конкурс. Давно мечтала прийти на него и выступить. Вот и выступила с песней «Девчата». А парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются у стены пришедшие напрасно. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках, девчонок, по статистике 9 ребят. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Меня зовут Кузынова Анастасия. Мне 9 лет. Я занимаюсь в вокальной студии «Голос детства». На «Песенке года» я участвую третий раз. Уснула в скорлупке дюймовочка, прикрывши себя лепестком, и смотрит украдко сквозь стеклышко луна любопытная в дом. Уснула в скорлупке дюймовочка, желаю ей сладкого сна. Лягушка жуком и стрекозами, пока не знакома она. Здравствуйте, меня зовут Павел Козин, мне 9 лет. Я очень люблю петь и танцевать. В «Песенке года» я участвую первый раз. Сегодня я буду исполнять песню Робертино Лоретти «Санта Лючия». L'astro d'argento placida l'onda prospero il vento sul mare ucica l'astro d'argento placida l'onda prospero il vento. Победителем «Песенки года 2015» узнаем совсем скоро!
Финалисты поборются за звание лучших, а также призы и дипломы всего через 2 недели. Приглашаем вас на гала-концерт. Он состоится 12 декабря в ДК 30-летия Победы. Ну а пока продолжаем знакомиться с участниками конкурсного отбора. Меня зовут Лукоянова Маша. Мне 9 лет. Я увлекаюсь разными видами творчества. Но особенно мне нравится петь. Я бы хотела в сказку поверить, что за зеркалье творится узнать. Встретить волшебного принца за дверью и в облака. Вечером снова я книжку листаю, там за окошком обычная жизнь. Тайно в душе я о сказке мечтаю, сказка, сказка я весь. Всем привет! Меня зовут Ускова Маша, мне 9 лет. Я занимаюсь в творческом объединении «Голос детства» Дворца творчества детей и молодежи города Ишкар-Ала. Всем привет! Меня зовут Кузнецова Лиза. Я очень люблю петь и пою с 3 лет. Занимаюсь вокалом я в детском творческом объединении «Голос детства». Я играю на рояле, нажимаю на педали, по клавишам порхают пальчики мои. Обожаю марш и польку, не люблю играть я только гаммы, ведь на них уходят все часы и дни. Все часы и дни. Где бемоль, а где диез? Ох уж эти гаммы. Лучше вальс и полонез буду я играть. Мне придется интерес проявить упрямо, чтоб осилить эти дамы и пойти гулять. Здравствуйте, меня зовут Лазягин Ренат. Мне 8 лет, я из города Волск. Я очень люблю заниматься вокалом и люблю своего педагога Сорокину Наталью Геннадьевну. Желаю всем удачи! Хочу, чтобы каждый бездомный щенок сегодня у нас все. Увидимся через несколько дней. Песенка года продолжается. До новых встреч! Была у лисички избушка ледяная, а у зайки лубиная. А взяли бы они ипотеку, купили бы квартиру и жили бы нормально. Как мама с папой. АО «Россельхозбанк» предлагает ипотеку с государственной поддержкой.